Кризисы у нас уже были и разные. И кто забыл кризис переходного периода, вот вам динамика спадов, уровни безработицы. Кризис 2009 года еще круче был по сравнению, самый крутой в 21 веке. Поэтому ну, нас не испугаешь. Будем смотреть, в чем специфика этого кризиса именно в региональной проекции. Ну, все предыдущие кризисы имели разную региональную проекцию. Я вот здесь ее коротко показываю, не раз уже этот слайд показывал. В чем специфика этого? Ну, начну с хорошо понятной всем картинки. Она мне нужна для одной простой вещи. Мы не вышли из прошлого кризиса декабря 14 и 15-16 годов. Мы из него не вышли. И это накладывает свою специфику на текущий кризис. Мы не восстановили доходы, потребление и инвестиции. Вот темпы спада. И мы видим, что восстановилось к нулю по третьему кварталу только обрабатывающая промышленность.